Приветствую, Вландия, и я на кавалерии продолжаю учиться. Ну, против ботании возьму вангуарда. Что-то у меня тоже опять кавалерию пикают. Посмотрим. Так, у них кавалерии нету. Это означает... Что это означает? Что мы будем просто поддерживать своих пехотинцев. Но сначала я захвачу точку А. Мои вон там поехали что-то объезжать. Так. Мои кого-то убили. О, это я зря сюда заехал. Это я очень зря сюда заехал. Меня сразу спешили. Ого, как интересно. Я. Вот так вот. Ну чё, ну чё? Ну иди сюда. Я могу еще выше тут залезть. Не знаю, я впервые на этой штуке. Ну мы победили, ладно. Вот и все. Ну-ка, может, дуэль с ним? Не дают, гада. Так, ну, у меня теперь хватает, кстати говоря, на кавалерию. О, с джавелинами я практикуюсь. У них одна кавалерия таки есть. Ух ты, сука. Надо учиться. О, нифига, реально они крутые. Я попал на 123. Нифига. А, ну это я потому что в голову еще. Вот во всадника бы интересно попасть. Ну тут щит. Сто двадцать три, это круто. Ну, к ним новых забросил, я просто понять не могу. Все равно они проигрывают или нет? Так. Шикарно. Хотя, если честно, мне кажется, тут на удачу было. Очень опасно я сыграл с рыцарским ударом, но повезло. Но сейчас нет, сейчас я знал, что я делаю. Нормально. Вышел на первое место 7-0. Кто-то написал, это нечестно. Ему пишут, это не это не наша вина, ты дерьмо. Ой, блин, что за люди. К нему еще новенького закинуло, кстати. По-моему, он хорошо играет. Так что сейчас посмотрим. Последний раунд, последний шанс у них.
А я тут буду практиковаться. Сука. Слушай, неплохо. Рискнул. И со всадником бы интересно, вот это вот с разгоном. О, убил. Но тут 61 урон все-таки был. Справедливости ради, всего лишь 61. Сука. Метательную еще нужно. Есть. Вот этот у них, который зашел. Так, еще метательное поезжу, поищу. Еще метательное есть. Ой. Ну ладно, это было рискованно. Так. О, на 26 попал. Почему-то friendly fire, это по мне. Ну добивайте же. Все. Сдушили. Супер. Все. На сухую 12-0. Я даже ни разу не умер. Но им не повезло с командой. Неправильно то, что это пишет. Там есть у них хорошие игроки, просто им не повезло с командой. Их недостаточно хороших игроков оказалось. Так, вот сейчас интересно. Немножко у нас команды перемешались. Кто-то у них, кто-то у нас. Другие команды. У меня, мне кажется, вот Legend, я знаю, Хайт, вроде нормально, остальные могут быть новичками. У них Рейнан, Хавк хорошо играет, но остальных я не знаю, может, или не помню. Короче, за Сирай я возьму вот этих. Вот этот Алекс очень хорошо метает. Сейчас на разминке смотрел, как он метает, прям очень опасно. Надо аккуратно на его металке не попасться, на эти пилосы. Но у них кавы вообще нету. Блин, у нас один АФК, что ли? Так, лукаря сейчас, если не будет. Надо куда-то мне... А вот куда, хрен знает. Ой, не, нафиг. Так, ладно, я их отвлекаю на себя. Сука, это он метнул. Так и знал. Молодец, молодец. Сука, помогите.
Отлично. Он хорошо сражается. Надо его сейчас... Ха-ха-ха. Вот так. Тоже отыграл за пехотинца, хотя изначально был этим самым, но... Точка наша. Пилос есть. А если найду? Вот опять он. Ну бля, не загораживай. Так, ладно, меня убили. Вроде мы должны победить. Да, мы побеждаем. Да, победили по очкам. Ну и их всех убили напоследок. Вот я вам говорил, что он хорошо метает на разминке уже. Было видно. И он меня спешил с этого, спил с одного. Так, они взяли одну каву. Так, они все тут тусуются. Мои тоже разделились. Как-то я вижу одного всадника, там они спешат. Да, да сейчас тебе, фиг тебе. Ну да... Отлично. Ой, не, нафиг, он сейчас метнет. Ой-ой-ой-ой, сука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотел подобрать пилос. Вот эти подберу. А, это не пилос вообще. Зараза. Это баг какой-то, да, сейчас есть с этим. Не, нафиг вас. Охренели, что ли, столько лучников. У нас еще двуручников пикают. Опа, убил его, отлично. Пилос. Он, у него что-то еще одна жизнь. Так, повезло. Ой, сука! Ну это я сам ошибся. Надо скорее своим помочь, что у меня тут ограничения, я только за каву играю. Хотя мы и так должны победить. Да, мы их и так всех перебили, что-то еще своего. Сори, бро. Да, не переживай. Вот это нормальные люди. Так, у них этот хавк что-то ливнул. Может, кикнуло. Ну, им вот чуть-чуть не хватает, их команде буквально еще одного игрока какого-нибудь бы. Ух ты, снес мне до хрена. Ого, лошадь еще там шевелится. Так, спишь ли там всадник одного? Что он тут долго с ним. Короче, все с ними покончено.
У них там залез куда-то лучник вон. Просто по очкам проиграет и все. Тут их многовато. Я буду рисковать сейчас просто для практики. Мы что, другого? А, не. Не понял я. Я другого убил. Меня почему-то другой убил. То ли он метнул в меня, то ли я... Не знаю, ладно. Вообще перебили жестко. По очкам. Ну, мы бы их тут так убили, но... 200 побед, кстати, у меня уже 208. Так, опять Асирай против Асираев. Ну, кстати, вот у нас сейчас получается такой пик, что 3 лучника и 3 всадника. Я не знаю, насколько это... У них тоже 3 всадника и 2 лучника. И один этот скирмишер. Сейчас посмотрим. Вдвоем-то не надо стоять на одной. У них вообще клан какой-то, стак. Против стака мы попали. Так, они нас мочат. Хочется лучников прикрывать, но... А чё они все разбежались-то наши? На 80 задамажил. Йо. У меня команда рассыпается. На 75 задамажил. Ну блин, ну чё же вы не... И за мной всадник сзади. Пипец. Только в арбузы мне въехать не хватало. Ну все, моих уже всех перебили, я ни разу еще не сдох. Надо как-то их сбросить, сейчас они будут мне на перерез скакать. Ну рискну. Еще одна жизнь, пофиг. Вот так. Ну, чё мог. А почему-то там уже 2 написало, меня закинуло, что ли. А тут, походу, вся весь состав ливнул команды. Ну ладно. Я единственный, кто этого убил. Ну вот, у них 4 кавы теперь. Ну, у меня команда новичков везет постоянно. Этому клану почти постоянно закидывает меня с какими-то вообще
чуваками, которые Баннерлорд только запустили. Точку жалко. Блин, пусть пехотинцы берут. Они сейчас все развалятся, пока я тут точку беру, и все. Все разделились еще. Молодец, своего убил. И тут так как-то прикольно, я нажал пробел. Тут иногда так нажимаешь, что вообще даже анимации нет. Анимации прыжка нету, хотя прыжок был. Надо осторожно. Блять. Еще свой меня задамажил. Пипец какой-то. Ну ладно, я на первом месте в последнем раунде. Все. Так, против каких-то челов. С какими-то челами. Один у меня из хавка, остальных я не знаю. Вся, но у них один чел с бетки со 100 победами. Опять у меня 4 конника. У них только один. Ого, какие они штуки взяли. Так, одного порешал. На 51 задамажил. У нас тут один стоит вообще ФК на точке, который так нам принадлежит. А, вот там же кто-то. Давай, развернись. Тебе дам даже развернуться. 91. Девять хп. Какие-то 9 хп у него. Он хочет за карту, что ли, выехать? Тут новички, ничего интересного. Металлки подобрал. Третий раунд начинается. 6-0, ну новички они. О, у них 4 кавы. Сирай, на данный момент у них самая мощная конница. Ух ты, на 50 попал в него, блин. Зараза, вот Вейдли скакал довольно быстро, но попал лишь на 50. Ой, промазал, вот это цена. Цена промаха. Что-то хавка мне лошадь оставил. Он просто другую хотел занять. Спасибо.
Тик. Ну тут я поздно, очевидно, бил. Я сам даже почувствовал, что поздно. Ну ладно, уже так выиграем. Все. Кленхатка, вот еще убивает. Ой, даже меня. Блин, дуэль хотел предложить. Все, в очки уже, в очки. Так, вот сейчас интересно, за Вландию с какими-то челами. О, против ДМ Халис мы. Против ДМ Халис, лидера ДМ. Он один, причем соло вроде бы. На 4, сука. На 54. Отлично. На 44 с дома. Поддерживать своих. Ой, опять они идут, блин. Спасите. У меня один хп у лошади. Мне бы лошадь сменить. Блин, чуть своего не убил. Он весь красный, аж значок не видно. Так. Этот халихат хорош. Есть. Блин, у него еще одна жизнь. Так, наши берут точку и идут сюда. Нахер его. Убиваем. Ой, опасно. Шикарно. Слушай, куда я попал? Что за матч? Хелис на первом месте тащит у них. Вот Хелис, Хелис, Хелис. Ух ты. Чуть меня не убил. Очень жесткая битва. Трое осталось, ну блин, вообще замес жесткий.
Вообще непонятно, причем чё, кто, я этих челов не знаю у нас, которые, но они жестко сыграли, и те тоже жестко сыграли, вообще круто. Так опять калихат у них на этой, на лошади. Блин, опять он сюда едет, я не хочу с ним, если честно, сейчас размениваться в самом начале. Опа-опа, Хелеса убил. Блин, у меня тут аж заглючило, не засняло еще. Опа, еще одного убил. Не, нафиг, он сейчас метнет меня. Пойду лучше точку возьму. Может быть, нужно было своим сейчас помочь за месяц. Скорее всего, нужно, потому что мои вон проигрывают. Уезжаю, уезжаю. Надеюсь, последняя не зря я на ней стоял. Так. У меня еще одна жизнь. Не, рискованно там нашего пеха зажали вообще. Убил Калиха, да? Блин, кто? Ты Хелис, небось. Вот так. А точка-то чё? Точка наша, все норм. Шикарно. Я на втором месте. Я ему предлагаю дуэль. А где он? Ну, у меня... Дай мне с ним подуэлиться. Блин, не дали. Так, ну теперь мне, кстати, на Кнайт хватит. Хелис теперь наорет на этого Инспайра, скажет, зафига ты его на каме научил играть, ты чё? Не, я шучу, конечно. Тут Хелис один просто играет. Поэтому, естественно, так. У нас вообще один ливнул. Чё за фигня? Нафиг с этими металл. Чё там за фигня? Лучник где-то, видимо, стоял. Нихера. Нихера он меня достает. Ах ты сука. Как тебе? Опять этот калихат, блин. Сучок. Я
Ну сложно с ним. Сложно. Видно, что он на всаднике что-то знает. Да блин, ни в одного не въехал. Тот вообще в текстуре у меня слился просто. Но этот новичок. Вы чё, прикалываетесь? Хелеса задавил. Да ёб... Сука. No honor, нет чести. Да, дальше. Так, ну против каких-то челов. У них... не знаю, что у них, короче, давайте с ними сражусь. Не уследил, отвлекся. Последняя жизнь, надо повнимательнее. Так, знаете что, небольшой эксперимент. Вот сейчас я качество уменьшил видеозаписи. Я не знаю, тут оно на лету уменьшается или нет. Потому что у меня уже место на жестком диске заканчивается под видео, а я хочу еще поиграть. У них три конницы. На 126.
Что он не мог с ним справиться? Ну это я, у меня глаза разошлись, если честно. Так много кавалерии. Где мои, ё-моё? Точка последняя, вообще на нее сейчас надо идти. На, взял. Ну не спускайся. Я же написал А, points. Все. Точку берут. Шикарно. На 500 очков я практически выше, хотя чувак на втором месте больше убил, вот то, о чем я говорю. Не имеет значения, ну не всегда имеет значение, сколько вы наубиваете. Тут ассисты засчитываются. У меня 5 ассистов и 7 убийств. То есть я еще их сложить, и у меня очков в итоге больше. Опасно, опасно, опасно. Ух ты, молодец. Да блин, у меня свой еще. Все. Ишь тебе какие. С последняя. О, этот конник. Календат или как там? Да. Все, у них все поливали, но я для опыта просто играю. Ой, сори. Все. Отлично. Блин, судя по тому, как место на жестком диске заканчивается, я не знаю, там качество уменьшилось или нет. Посмотрю уже после записи. Придется ждать. Все, место кончилось.